Я рад приветствовать всех, кто заглянул на канал Blender 2.8, и для Локи нужен тесак. Погнали разбираться, как это все дело можно здесь сделать. Так, берем куб, берем транспоз, все это дело плюснем. Вот так вот. Теперь немножко еще сделаем поуже. Вот таким вот образом. И заходим, жмем табуляцию, переходим в Edit Mode. Единица на нампаде выравниваем. Так, сейчас видимость поставлю клавиш. Нажимаем их N. Снимаем выделение с куба. Добавляем луп посередине. Переключаемся на Select Box. Снимаем выделение, жмем английскую B. Выделяем вот так все это дело. Смотрим, чтобы со всех сторон выделилось. Если нет, переключаемся на рентген. Единица на нампаде. И опять же B. Выделяем. Теперь жмем английскую X и жмем удалить фейсы. Заходим в Add модификаторы. И теперь Mirror. Все, зеркалка стоит. Погнали мутить тесак. Так, добавляем лупы. Один луп сюда, один сюда и один сюда. Три пока хватит. Select Box. На вершинах мы включены. И вот так все это дело теперь выделяем. Жмем G. Вытягиваем. Выделяем вершины. Жмем G. Вытягиваем. И вот эти вот с нижних тоже начнем. Вот такой будет тесак, как бабочка, наверное. Сейчас посмотрим. Так, чуть-чуть еще, наверное, округлим. Вот таким вот образом. Ну и добавим еще лупов. Только теперь вот сюда вот так вот. Сюда один и сюда один. Много не надо. Выделяем вершины. Жмем английскую G. Выделяем вершины английская G. Вот так чуть-чуть округляем. И немножко вот так вот закругляем. Повторяем это дело теперь снизу. Вот так вот. И поднимаем. Вот этот теперь поднимаем чуть-чуть повыше. И этот чуть-чуть вот сюда. А этот чуть-чуть пониже. Вот так вот. Добавляем еще, наверное, лупов. Один луп вот сюда. Это будет сам тесак. Прям побольше его, наверное, сделаем. И добавим еще, наверное, лупов вот сюда. Вот сюда луп. И вот сюда. Снимаем выделение. Рентген отключаем. Переключаемся на ребра. И вот эти теперь объединим ребром. Alt-M. Alt-Center. Alt-M. Alt-Center. И вот так вот дело это продолжаем делать. Так, тесак оформился, более-менее пойдет. Так, теперь надо еще лупов добавить. Луп вот сюда. И луп. Так, этот отбой, Ctrl-Z. И луп вот сюда, вот на сам тесак. Так, что еще тут можно сделать? Луп сюда добавим. Вроде все прикольно. Переключимся на вершины. Снимаем выделение. Выделяем вот эту вершину. Опять же рентген. Жмем G и уводим ее
вниз. Выделяем вот эту вершину, чуть-чуть подкорректируемся тут. Что-то в таком духе. Можно теперь даже Shift Alt нажать и вот так вот. И немножко R подкрутить вот в таком духе. И немножко S. Так вот где-то. Рентген отключаем и давайте тут добавим тоже лупы и верх и бока вот эти тоже сделаем острые. Так, сначала вот эти вершины выделим. G. И сюда их чуть-чуть уведем. Добавим теперь луп вот сюда. Вот так вот. И луп добавим вот сюда. Теперь на ребра переключаемся. Выделяем, снимаем выделение. Выделяем вот это ребро, Alt-M, Alt-Center, Alt-M, Alt-Center. И вот так вот все это дело тут заострим. Выделяем теперь Shift. Вот эти ребра. G чуть-чуть приподнимаем. Снимаем выделение. Выделяем вот это ребро и LM, Alt-Center. Во, вот так уже будет прикольно. Теперь вот это ребро, Alt-M, Alt-Center, Alt-M, Alt-Center. Ну и добавим вот сюда теперь луп тоже. Ну, в принципе, неплохо так округлило, затянуло. Табуляция. Ничего так пойдет. Можно побольше лупов добавить, чтобы он округлый был. Так, что нам модификатор? Добавим сабдивизии. Нормально. Вроде внешний вид хороший. Эту пока можно. Так, Ctrl-Z. Сабдивизии пока можно удалить. Продолжаем делать. Заходим так в Object Mode. Add Mesh. Цилиндр. Жмем S. Вот так вот. Колесико уменьшаем и немножко все это дело вытягиваем.
Чуть-чуть припускаем. Чуть-чуть уменьшаем. Чуть-чуть приподнимаем кверху вот так вот. И немножко S еще. Немножко вытягиваем. Теперь табуляция и попробуем с этим делом тут поработать. Так, снимаем выделение, лупы. Добавляем луп вот сюда. И добавляем луп вот сюда. Еще один добавляем тут. И один добавляем тут. Ставим рентген, переключаемся на Selectbox, выделяем полигоны и теперь делаем английскую S. Смотрим так со всех сторон нормально. Теперь немножко транспозом все это дело сплющим. Ну, уже прикольно. Опять же ставим лупы, добавляем луп вот сюда, добавляем луп сюда вот так вот и добавляем вот сюда. Select box, рентген, полигоны. Английская S прибавляем и немножко транспозом сплюснем. Так вот. Снимаем выделение, добавляем опять луп вот сюда. Ну и еще один. Вот так. И один вот так вот. Переключаемся на полигоны. Колесико зажимаем, выделяем полигон. Английская S. Теперь можно G нажать, чуть-чуть повыше вытянуть. Смотрим, что криво не было. Выделяем теперь вот этот полигон и жмем S, только уменьшаем. Вот что-то в таком духе. Табуляция. Ничего так прикольного. Ну и добавим парочку вот здесь, вот снизу таких из ёжинов. Так, один сюда, один сюда, полигоны, select box, выделяем, жмем S и уменьшаем. Вот так вот. А здесь теперь сделаем выпуклое. Сюда один. Сюда один. И вот так вот сделаем. Снимаем выделение. Опять же выделяем полигоны. Опять же S, только теперь прибавляем. И транспозом немножко вот так вот уменьшаем. Ну, в принципе, нормально. Теперь табуляция, переключимся на тесак. И что с ним можно еще сделать, как его преобразить?
Переключаемся на вершины, выделяем, опять же, рентген. Три. Вот так вот будет симпатичней. Теперь опять выделим вот эти вершины и немножко их уведем. Вот так вот. Переключаемся на полигоны. Так, добавим еще вот сюда лупы. И вот сюда тоже. Рентген. Снимаем выделение. Shift, Alt. Так, полигоны выделяем. И жмем S. И жмем G. Теперь вершины. И вот попробуем выделить вершины. И вот так вот все это дело. Приподнять вот так вот. Выделяем вершины, жмем S. Ctrl-Z. Не все выделились. Так, вот эти вершины выделяем, жмем S. Смотрим, что получилось нормально. И немножко их вот так приподнимаем, делаем острее и выравниваем. Английская G. Так, что тут еще можно сделать? Ну, давайте эти вершины тоже. Их можно тоже вот именно заострить. Попробуем на ребра поставить. Вот это выделяем. Alt-M, Alt-Center. Alt-M, Alt-Center. Alt-M, Alt-Center. Не очень интересно. Вернем. Поставим на рентген. И вот это дело вершины выделим. Жмем S. И G немножко корректируем.
Так, ну вот уже что-то прикольное. Так, вот эту часть тоже можно попробовать. Спейсы. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, вот сюда вот надо добавить еще лупы. Вот сюда один и сюда один. Табуляция. Ну, вроде прикольный тесак. Так, вот здесь вот теперь полигоны Shift Alt. Теперь жмем S. И теперь жмем Так, что еще тут можно сделать? Выделяем вот эту часть. И немножко ее сплюснем транспозом. Вот так вот. Таким вот образом. Ну и добавим немножко лупов. Теперь выделим полигоны шрифтом и посмотрим, как это еще можно обыграть. Так, вот этот отключаем. Жмем английскую И. Вот так вот. И немножко G вводим вглубь. Так, где-то вот так вот. И то же самое сделаем здесь. Там снимаем выделение. Shift, Shift, Shift. Левая кнопка мыши. Жмем английскую И.
Вот так. И G вводим вглубь. И немножко G в бок. Вот так. Ну, в принципе, прикольный тесак. Давайте еще теперь добавим Add Mesh и, наверное, конус. Так, конус теперь S. Транспозом это все дело перекрутим. Немножко вытянем сюда, немножко S. Ставим вот так, Shift D, копируем, переводим, перекручиваем. И ставим вот сюда. Вот таким вот образом. Чуть-чуть повыше. Теперь Shift D еще один ставим. И вот сюда вот так вот подставляем. S уменьшаем английскую. Так. Немножко подгадываем. Shift D дублируем. Shift D дублируем, ставим вот сюда и немножко все это дело выравниваем. Так, где-то вот так все получается. Тут тоже выравниваем. Опускаем. Shift D, S, теперь Shift D, вниз опускаем, смотрим, что да как, опять же G,
Ну и опять же Shift D, одну вниз. И S. И G. Так, вот это теперь выделяем S. Чтобы не торчали ниоткуда. Ну, а с этой стороны можно узоров наплести. Вот такой вот пик. Вот такая штукенция. Так, табуляция. Вершины. Ну вот такой тесак для локи будет. Еще потом можно доработать, где-то что-то вытянуть, сделать вот эти побольше части. Так, давайте модификатор посмотрим. Ну вот уже симпатично. Ну вот такой тесак получился.